прерываются. У меня авария. Ну что ж, приятного посмотра. Ну и в первую очередь я должна... Да что такое? Ну и что же должна делать эта маска? Наткнулась я на вот такой вот под рук... Ну, крем... Ну, мыло для рук и мыло для рук. И решили мы попробовать взять вот такой вот гель для мытья посуды. Такая... Я думаю, что большинство детишка... Я думаю, что большинству детишек данная паста придется по вкусу. Горячий напиток. Вот. Хорошая книжка. Ароматическое средство для помещений. В данном случае просто... Вот, первая такая... Отлично справляется со всеми... Отлично очищает унитаз. Да! Как вы понимаете, зимой волосы сохнут гораздо больше, поэтому... Хотя в моем случае все наоборот. У меня наоборот... Итак, данный шампунь, как написано... Ну что ж такое-то? Обожаю эти салфетки, они действительно универсальные. Ими как хорошо и протереть пыль со стола, как... Обожаю эти салфетки, они действительно универсальными. Я снимаю, так что брысь. Димон, как я снимаю. Да, а также я хочу вам показать свои пады. Там же та же история, только вот тоже та же. Ну, там та же история. Яркую, чудесную цветочность. Отзывов на эти ароматы мало. Отзывов на этот аромат очень мало. Теплый, шуршащий листвой под ногами. Ну, как-то так. На ферме заметила, как ее мать убила какого-то человека. И спустя 50 лет ее снова это беспокоит. У этого средства внушительный объем, целых 600 мл. Этот аромат в определенном смысле можно назвать офисным, но все-таки... Я ощущаю цитрусы очень сильно даже. И я бы сказала, что я хочу... И да, сказать, почему он ассоциируется с осенью, но он просто сам осень. И вы спросите, почему у меня ассоциируется с осенью. Мне кажется, это и есть сама осень. Соответственно, это аромат достатка, несомненно. Вот такой вот он. И с гордой осанкой, и со всем прекрасным, что у вас осталось позапрошлым. И с гордой осанкой, и со всем прекрасным, что осталось позади, забрать его с собой.